Ребят, всем привет. Вот смотрите, откопал вот такой вот экземпляр старой лопаты, вся погнутая. Здесь вот надорван уже металлический этот край. То есть выкидывать жалко, поэтому решил сделать какую-то копалку для сорняков, точнее копалка для одуванчиков. С длинным ножом и черенком. Самый главный эксперт, для которого предназначалась вот эта вот палка-копалка, моя жена сказала, что работать она таким инструментом не будет, потому что он сделан не по современной технологии. Вот эту вот перемычку, оказывается, надо приваривать вот с этой стороны, и тогда она будет более эффективно вытаскивать сорняки. Ну что, выхода нет, будем переделывать. Делали эту палку-копалку, как сказал заказчик. Сейчас провели опытные испытания. Очень хорошо вытаскивает сорняки, типа одуванчик. Я думаю, заказчик мой будет доволен. Вот, кому понравилось видео, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Всем хорошего настроения, хорошей весны. Давайте, пока, до новых встреч.